Вы можете документы показать? Вот здесь журналисты, вы можете документы показать? Сиз эркек болгондо вы офицер? Сколько человек здесь находится и какие меры предпринимаются? Вы же исполняете свои обязанности. Я как журналист обращаюсь к вам с вопросом. У вас не соблюдается социальная дистанция. Вот скажите там, чтобы они соблюдали. Мы же сколько говорим? Вот дистанция соблюдается у нас вот здесь, смотрите. А вон там? А вон там это их не проблема. Чьи? Вы фиксировали какие-нибудь нарушения на этом участке? Имите мне пропуск, пожалуйста. Проходите, пожалуйста. Расскажите мне, пожалуйста, какие нарушения. Отойдите, девушка. Можно? Отпускайте. Да, можно. Да. Все, Гол, не о чем говорю. Я не прошу просто доклад, я вас спрашиваю, какие нарушения будут зафиксированы на этом избирательном участке. Я что, обязан вам докладывать? Я вас спрашиваю, как журналист, вы обязаны исполнять свои обязанности. Конечно, я буду обращаться. Все, давайте официально бланк менеджер. Бланк я подготовьте, вот здесь буду обращаться. Мне дергать не надо. Вы тоже, это Вон там пойдемте камеру, вы посмотрите, вон там порядок. Там порядок? Это твои проблемы, иди там. Это мои проблемы. Почему? Здесь общественный порядок соблюдаются. Почему это мои проблемы? Почему? Здесь общественный порядок соблюдается. Почему это мои проблемы? Почему? Здесь ругаются, где ругаются? Ругаются. Где ругаются? Вот здесь социально дистанция, почему не соблюдается? Санитар, как? Вот. Соблюдается. Где соблюдается? По полтора метра соблюдается, разве? Вот, ответ не соблюдается вот здесь все. Как? А вот это что? Вот это не территория УИКа? Вон, оформить это салон. В смысле оформить? Вы незаконно и зачем приказ отдаете? На основании чего оформить? Вы меня не учите, как разговаривать, хорошо? И вы нас не учите. Он превышает свои должностные полномочия. Почему? Я свои права отстаиваю. За это я отвечу там. Ответите? Уверены? Вы удостоверение покажите? Я уверен, отвечу за себя. Да, вы уверены? Я на провокации или вы провокаторы здесь все стоите? Бессовестные, да? Я имею полное право здесь находиться. И не, смотреть за работой. Ну, а почему тогда вы мне приглашаете? Просто видео тарп вызвать. Видео я тоже имею право снимать. Или согласно какой норме законодательства я не имею права здесь снимать. Не имеете дегенджок. Вы же мне говорите, не снимай. Сотрудники. Кайсы тосхолдук. То, что я видео снимаю, я буду снимать дальше. Кайсы провокация қолдым? Кишілерден сұраныңыз, кайсы провокация мен қолдым? Мен маған да үзіші керек жоқ. Все тогда, вот поэтому вы свою работу, я свою работу знаю и делаю, вы свою выполняете. Вы мне тоже не указываете и вы мне не тыкаете, хорошо? Жақшылыққа емес. Жақшылыққа болса мен басқаша сөйлемедім. Мен қандай угроза қылдым? Мен тосқолдықта фиксируют ете тұрған болса, анда закон тегінде бұйзамын. Мен қайсы тосқолдық қылдым? Вот вы в камеру скажите, қайсы тосқолдық мен қылдым? Да, қайталанып тұрған болса жоқтар. Мне қайталанған. Жаңыл еті, біз ұстайтын ұйық деген ол түк әтеттен сіне. Қандай ша түк әтеттен? Ал жұмы өзін жұмышын атқарып. Я имею право к нему. Вот именно, он работает.
Я имею право ему вопросы задать? Бер жака чыгып, анан кийин сунуш берсе болот. Почему? Я хочу там задать вопрос, я задам там вопрос. Я хочу здесь задать вопрос, я задам его здесь. Жумуш ал иштеп атат да, өзүн билет. Хорошо, я тоже работаю, вы тоже работаете. Вы, пожалуйста, вы мне не говорите, как мне делать, хорошо? Я сам знаю. Если я законодательство где-то нарушил, примите меры. Если кайсы тос колдук мен кылдым, вы мне объясните. Мен кылбагылады отам. Мен я мен кылган жокмун. Анда ар бир кишиге айтпайсыңар вы, тос колдук кылбагылады. Неге именно мага айтып атасыз? Потому что сен айтып отасың сотрудниктерге. Кантип, ну, көрсөтсөң эмне мен кайсы тос колдук кылдым?